зоне фиксации. Пахнет прокисшим молоком. Положи, где взял, Крисенс. Твое дело комментировать. С каждым годом карты становятся все мощнее, оружие все опаснее, а гонщики все талантливее. Сегодня мы в этом убедились. На старте много гонщиков, но только один увидит клетчатый флаг. Кстати, знаете, кто придумал этот флаг на финише? Я. Ух ты, Биф, а я и не знал. Тебя так легко облапошит, Гэри. 3, 2, 1... Thank you.
Фантастическая гонка! Эй, ребята, а можно мне взять запись? Намечается серьезное соревнование. Участники сойдутся просто не на жизнь, а на смерть. Кстати, о смерти. У тебя на голове сдохло... Я уже слышал эту шутку. Дважды. Да, классика бессмертна. Гонка закончена, а результаты... Где-то здесь. Куда они делись? Приветствую всех вас на моем шоу. Биф? Между прочим, я тоже здесь. Кажется, призрак Эри все еще блуждает по этой студии.
Все повставали с мест и пытаются понять, кто же выиграл. Здравствуйте, дорогие зрители! Спасибо, что остаетесь с нами. И, как обычно, спасибо всем тем, кто ведет трансляцию этого чемпионата. Например, мне. Ведь без моих гениальных комментариев эта гонка казалась бы невероятно скучным зрелищем. Кто-то забыл машинное масло на столе. Это не машинное масло, придурок. Это мой гель ультрасильной фиксации. Ух, пахнет прокисшим молоком. Положи, где взял, Крисенс. Твое дело комментировать.
тоже у нас фотофиниш. Хоть меня нет на этом фото, все же чертовски интересно. Эту гонку будем комментировать мы с Бифом Тредвеллом. Сколько можно? С великолепным Бифом Тредвеллом. Великолепным, запомни. Три, два, один... В качестве последнего штриха к сегодняшней потрясающей гонке я раскрою болельщикам некоторые секреты. У меня все зубы свои. И как на линии старта становится жарко. Это точно, Биф. На улице больше 30 градусов. Я говорю про гонку. Тоже мне метеоролог. Три, два, один... Ha ha!
никогда особо не увлекался гонками, меня больше радовал футбол, а здесь был только ради денег. Но... Сегодня у меня день рождения. Да ты что? А я даже открытки не приготовил. Ладно, тогда в качестве подарка я тебе позволю уморить зрителей своими скучными комментариями. Знаешь, Пип, мы можем и не узнать, сколько аварий сегодня произошло. Мой компьютер сгорел, пытаясь их подсчитать. Добро пожаловать! Скоро мы узнаем, кто гонщик, а кто неудачник. Настоящие победители докажут, что главное в гонке – честная игра. Вот так и говорят неудачники, Гэри. Три, два... Один.
Вот это здорово! Нужен фотофиниш, иначе не разберешь. На старте много гонщиков, но только один увидит клетчатый флаг. Кстати, знаете, кто придумал этот флаг на финише? Я! Ух ты, Биф, а я и не знал. Тебя так легко облапошить, Гэри. Три, два, один. Это была невероятная гонка. Возможно, лучшая в сезоне.